Всем привет, ребят! Ну что, мы продолжаем тест. Как и просили, у нас сегодня будет тест зефира на максималке. Вот у меня здесь такой зефир есть. Один с победным. Это английский сервер. На втором аккаунте точно такой же есть. Мы будем тестировать против такого дефа. Так, малыша Ника мы сейчас уберем. Сюда закинем. Кто там у нас был с огненкой? Можно, кстати, Асурика поставить как вариант. А вот Фоба. Вот такой вот вариант. 6 героев. Сейчас я гляну, что у меня здесь делается. Ну, паки. Вальс. Довольно-таки неплохие варианты. Так, окей. Я вам отдельно сделаю тест максимально неубиваемого видосом. Ну, а сейчас мы будем тестировать зефира с огненкой. Поехали на второй аккаунт. Перебегу. Будем тестить именно с огненкой против этого же дефа. Плюс там пенек просили. В общем, сейчас такой тест у нас будет. Посмотрим, как он себя покажет на локациях. Ну и потом, конечно же, я на максималке вам покажу во всей красоте. Как только проснусь. Так. Тут у нас, по-моему... Нету у нас тут десятых эмблем. Так. Ну, вот такого вот мы зефира сделали. Плюс ребята просили поставить. Ну, тут, в принципе, без разницы. Рудольф, не Рудольф, у него иммунитеты. Ну, поставим Рудика. Вот такой вот вариант. Пятерка. Я не знаю, попробуем наролить пенька. Если получится. Тут смены продают. Блин, десятые эмблемки бы продавали вместе с этими. Ладно, попробуем без пенька. То есть вариант воодушевление. Выбираем. Маскировка. То есть вот такой вот вариант. Почему? Вот я вам сейчас просто скажу. Почему я тут питомца... убираю, я не ставлю питомца там какого-то на отхил, потому что мы тестируем его в режиме для битвы гильдий. То есть мы тестируем, каким вариантом, то есть если он будет использоваться на битве гильдии, естественно, вы на него поставите там не Рудольфа, не Ангела, не любого питомца на отхил, а Цепа. Цепа там, кролика. То есть такой вариант. Поэтому я тестирую его без питомца. Вот такая вот у нас сборочка, пока пятый. Сейчас посмотрим, как пойдет. Что дает огненка? Она режет 50% плюс 40% у нас дополнительно на шамане или шамана плюс 40% жизни. В принципе, жизни у него много. 30-й прорыв, то есть прокачки, все дела. Но я больше чем уверен, что этого тоже не хватит. Почему, вы сейчас увидите. Поехали. Такс. Action practice. Смотрим. То есть у меня стоит еще дополнительно куча юнитов левых. То есть возможность у нас больше. Смотрим. Смотрите внимательно входящие отражалки. 18 тысяч и 36. Но это мы бьем сейчас пока... То есть 18 тысяч это у нас входящий урон по нему. Сейчас он уйдет в инвиз, добьет юнитов. И начнутся 36 тысяч. То есть, чтобы вы понимали вот для себя, отражаемый урон он не режется. То есть, если у вас будет зефир. Да, вот такой вот зефир, он будет топовым по дефу. Потому что у вас намного меньше
входящего урона от героев. Но есть одно но. У вас отражаемый, скажем так, этот урон, который отражается от моей, ну, от того, на кого вы нападаете, он не режется, он будет 36. Вот добили мы юнитов, получаем там отхил по 150. И вот о 36 тысяч это входящий урон от отражения. От того урона, который вы нанесли. Получаете, понятно, вы меньше в 2 раза, то есть это однозначно плюс. Даже если вы здесь делаете 10-ю, это все равно не спасет. Если была возможность поставить третий талант еще, возможно, когда-то IGG до этого дойдут, три таланта, там, выживание, маскировка плюс огненок, это да-да. Но пока, как видите, варианта никакого. Даже если мы поставим сюда питомца на отхил, это все равно нас не спасет. Ну, вот так вот. Пенек вроде классная тема, вот если разобраться, даже если он у нас будет там шестой пенек стоять, он все равно не спасет. Сейчас попробуем паролить, ну я думаю вряд ли это будет очень долго. Сам смысл там будет немножко больше, по-моему сколько там, 60, сейчас зайдем посмотрим. Шестьдесят процентов, то есть шестой, даже седьмой пенек вас все равно не спасет. Это увеличение, оно по сути в такой вариации, ну, никак не спасает. То есть отражаемый урон от, мы все равно получаем максимальный входящий, у нас режется от вражеских героев в 2 раза, да, но это все равно не спасает. У вас получается, даже давайте поставим выживание как вариант, просто как вариант. Так, что у меня нету выживания? Семерка. Тут, в принципе, восьмерка и девятка. То есть, сама суть не меняется, ребят. Как бы вы ни хотели. Это при том, что у меня там на героях не стоит недомогание, которое режет от хила. Сейчас попробуем еще один вариант, попробуем поставить, давайте изначально попробуем поставить Фьюри, плюс 120% жизни, вот ради интереса посмотреть, как, насколько дольше он будет жить или не будет он жить. Ну понятно, у него инвиза не будет. Но жизни, как видите, у него намного больше стало. Просто интересно, сколько он процентуально продержится. Но он что-то юнита очень медленно бьет. Вот до 30 секунд. Это потолок. То есть огненка, да, она классная, но все равно против такой же огненки она никак не спасает. Но жить он будет у вас, по идее, дольше. Выживание. У нас маскировки, он в инвиз уходить у нас в таком варианте не будет. Поэтому надежды на битву гильдии в такой сборке. Не знаю. Ну тут нули. Может тут вариант будет. Сейчас пусть дойдет до отражалок. Но здесь явно, посмотрите, с выживанием. Благодаря тому, что там 3 секунды, он намного лучше держится. Ну, на пару секунд. Тот же самый вариант. То есть, по сути, от отражалки ни отражалка, там, ни понижение не спасает. То есть, отражалка идет в полном размере, вне зависимости от того, какой у вас деф. Я даже не знаю, что тут еще можно придумать. Как по мне, тут без разницы, что бы вы ни поставили. Увеличение жизни только это как вариант, что он немножко подольше. Маскировка.
вы сами все прекрасно видите. То есть не спасает. В маскировке он еще быстрее начинает бить. Он с Винвиза тоже будет получать отражалку. Поэтому, если бы у Винвиза не получалась отражалка, тогда да, такой вариант был бы неплох. Ну а так, как видите, не вариант. Вот так вот. То есть пока что против 6 героев с отражалкой варианта выжить нет. Я буду еще других героев тестировать, вам покажу. Но пока, блин, вот так вот. Это при том, что у меня там уклонения стоят. Если бы там не было уклонений, считайте, каждую секунду там сколько наносит 4 целям по 224, 4 на, грубо говоря, 36. Вот вам уже каждую, вот, каждый раз 0,2 секунды, то есть по 100, там, 120 тысяч обратки ему идет. Поэтому вот так вот. Тут, конечно, жестко все. Но будем пробовать тестировать дальше, пока вот меня огненка радует. Прокачаю десятки, потестируем дальше, посмотрим, что у нас получится. Пишите комменты, какие вы хотите еще сборки увидеть. Ну, как видите... А, кстати, давайте я хочу попробовать... Попробовать вариант вот такой вот. Все-таки с чаркой Conviction. Она хоть дает увеличение от хила. Плюс 140%. И сюда поставим маскировочку обратно. Ну, то есть на деф оно не влияет, оно влияет только на отхил. Без вариантов вообще. Доходит до отражалок и все. В общем, вот так вот, ребят. Пишите комменты, что вы думаете. Ставьте лайки и ждите новых видосиков по поводу дефа. Всем удачи. Всем пока.